have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Оладушки, это Мини-Метро, вы просили, мы вернулись. Сегодняшний у нас Варшава, пойдемте сыграем в Делик, посмотрим, как оно вообще пойдет. Блин, я уже забыл какую-то играть. Да, все, понял. Все, поехали. Я соскучился по этой игре. Я говорю, что я соскучился по этой игре, игра такая, отлично, на тебе уникальную станцию, прям первой же станции. Я не посмотрел, какие там челленджи, не челленджи. Ладно, поехали. Подождите, что вы мне народу-то тут сыпите сразу, по 100-500 человек на станции, вы чё? Делаем кольцевую сразу, ну его нафиг. И давайте в другую сторону сразу запускаем тоже поезд. Ну, что-то прям жестить начали. Я зашел посмотреть, а они мне такие, на, с ноги. Треугольничек. Для этого можно и новую веточку открыть. Вот такую. Причешем аккуратненько. Пятница. Поездов-то у меня больше нету. Локомотивов. При этом три тоннеля. Да, ну что-то как-то некрасиво эта станция посередине. Ну ладно. По крайней мере, цвета приятные. Неделя всегда была такая долгая. Я реально настолько отвык от этой игры, что... Локомотив, да. И два тоннеля, да, потому что новая линия... У меня есть новая линия, у меня есть неиспользованная линия. У меня как раз под нее один локомотив есть. Ну, то есть я не вижу смысла... Пока что... рыпаться в эту сторону. Новая линия будет актуальна, когда наша схема будет, там, не знаю, через два берега. На каждый берег будет актуальна своя отдельная линия. Я вагончик, наверное, хотел бы тогда, да? Станция появилась прямо на линии, нормально. Угадали, ребята. Треугольник. А вот и она. Вот она. Новая линия, которая пришла нам все поломать нафиг. Так. У нас тут новые станции, новые испытания, новые кошмары, да? А локомотив у меня, опять же, 0, но у нас суббота. В принципе,
принципе, мы никому ничем не обязаны. Мы не обязаны набирать 400 пассажиров или 500, или сколько там надо было для открытия следующих станций. Игру-то мы уже прошли. Зашли просто пощупать, как оно, что оно, а оно взяло и вот так вот. Решили нас нагружать по полной. Дайте мне, пожалуйста, локомотивчик еще один. Будьте бобры. Пожалуйста, мне там людей вывозить уже надо. Фига себе, с узловой. Три локомотива приехали, забрали. При этом, да, тоннелей у нас, по-моему, больше не наблюдается. Что-то пока, кажется, все стремительно развивается, мне не хватает ни подвижного состава, ни вагонов, ничего. Вагоны, по-моему, мне вообще еще не предлагали. Кстати, а почему? Такая полезная штука, вы че? Типа, да, они пока развозят, они пока справляются, но вот это вот пока меня немножко напрягает, потому что, ну, дальше ж легче не будет становиться, а мы уже сейчас на пределе способности перевезения того, что у нас есть. Здрасте. Давайте замкнем их немножко. Вон там он наконечный, смотрите, какой трындец происходит. Он же сейчас приедет, он не сможет даже всех забрать. Смотрите, они просто синие вместятся. Треугольников сюда бы отвезти, да, было бы хорошо. Давайте быстрее, воскресенье, мне нужен сюда второй поезд. Быстрее! Пока они не начали накапливаться. Они начнут накапливаться. Ладно, по крайней мере, он теперь тут сможет треугольников выбрасывать. О, а это, кстати, хорошо. Локомотив, да, и опять два тоннеля. Ну, вот, кстати, про болячки этой игры, раз уж мы про то говорим. Она никогда не даст тебе то, что нужно. Эта игра никогда не даст тебе то, что нужно. Тебе там что-то, это, ну, на здоровье, на. Ты там что-то говорил? Ну, хорошо, на. Сейчас лучше сюда запущу и здесь продлим на еще одну станцию. Тут вроде ребята справляются. Мне вот сейчас вдруг стало интересно. Прикиньте, вот человек, которому нужно на круглую станцию. Но ему нужно круглую станцию в конце линии, а не ту круглую станцию, которая следующая. Как ему туда доехать? Чисто теоретически он туда никогда не попадет. Тут, смотрите, треугольников и кружков справа развозят. Хорошо. Оттуда увозят только квадратов, потому что квадратам нужно в центр. С этим вроде проблем не наблюдается. С квадратами у нас всегда была проблема. Ну, то есть у нас их сейчас три штуки. Да, это относительно много одной отдельно взятой карты. Но они все вон там, вот на том центральном большом острове. И все равно туда их приходится тащить через мост. Кстати, насчет квадратов. Давайте конечные будут квадраты, а не это. Ну, то есть в чем проблема?
Слушайте, пока чудом, но это все работает. Локомотив, да, переход. А, вот, тут, кстати, квадрат есть, который я раньше не заметил. Сказал, что у нас их три в центре. Да, у нас один есть за тоннелем, за мостом. Что прикольно, кстати. Я пока для перехода не вижу места. Мне вагон как бы нужен же, я же говорю же, но они не слышат. Они не хотят, им нормально. Блин, придется третий локомотив сюда ставить. Я не хочу. Что нам слишком большое расстояние, они уже не справляются чисто по времени, пока этот локомотив туда доедет. С одной стороны, с другой стороны. У нас и на Бирюзовом не хватает локомотива. Давайте одного на Бирюзовый закинем, потому что иначе, по-моему, трындец будет. Тут у нас ветка развивается. Сюда надо, чтобы засюда забирали. Там слишком пиковая станция, на ней много накапливается. Уникальная станция, супер. Рад за нее безмежно просто. Это придется сюда вот так делать. Пересечение. Да, мне не хватает всего, что только может не хватать. Подождите. Квадрат. Квадрат, спасибо тебе огромнейшее, хотел сказать, новая станция сверху, пусть будет квадрат. И она такая, чпунька, на тебе квадрат, на, чувак. По вашим заказам, вы просили, на. Блин, трындец. Локомотив, вагон, говорю, вагон, вагон. Ладно. Но это невозможно, мне не хватает локомотивов. Мне оттуда нужно было разгрузить. Сейчас он немножечко развезет, мне оттуда его надо будет убрать. К тому же у меня тут опять новая станция. Это еще один круг, спасибо тебе огромнейшее. На тебе переход на квадрат будет. Сколько у меня еще тоннелей? Блин, я не вижу, то что она серая. Я не вижу, ладно. Блин, он их там высадит, зырь. Он высадит, он туда их высадил, плюсов, чтобы их... Охренеть, чувак, ну так делать нельзя. Я забыл, что они уже так делают. Ну и этих полукруглые пиццы он тоже туда высаживает, трындец. Там два чувака на линии, они не справятся, скорее всего. Он плюсики-то сейчас заберет, конечно, а полупиццы там останутся. А, ну забери же, что... Ладно. Он забирает 4 человека, и такие бам, сразу 2 появляются.
Он еще не успел отъехать, там уже два появились. Ладно, мы, кстати, за 1000 уже заехали. Прикольно. Локомотив. О, вагон! Серьезно! Вы серьезно? Сейчас, когда у меня уже катастрофа на железке, вы мне даете вагон. Спасибо вам огромнейшее. Когда тут уже трындец какой-то происходит, когда уже в принципе все, мы практически проиграли, потому что станция 5-6 горит от перенаполнения. Ну блин, нет, давайте вот сейчас дадим вагон. До этого мы давали всякую ересь, вот сейчас давайте дадим вагон, а. Ставьте без комментариев. Короче, мы сейчас с вами за одну серию Railways вспомнили, почему мы любили эту игру, и вспомнили, почему мы не любили эту игру. Ну, лично я, например. Тут хватает своих недостатков, да, к сожалению. С этим ничего не поделаешь. Ну, смотрите, он сейчас отсюда забрал плюсов, он их сюда перекинет, да. Но он сейчас забрал тут 4 человека. И сюда приезжает, заберет 2. И все. И потому что, ну, потому что пофиг на вас. Вот 3 одновременных станции тут справа дымятся, потому что у меня нет вагона. Ну, как бы, вот, пофиг на тебя. Придется вагон забрать. Поставить его сюда хотя бы на минуточку. Уникальная станция, супер. Еще не забываем про то, что они соблюдают дистанцию и не ездят. Если перед ними за 3-4 станции есть другой поезд, ну типа им нормально, они вообще не едут тогда. Это были очень полезные 17 минут. Посмотрим, где мы сейчас находимся по шкале. Очень-очень-очень-очень далеко. Спасибо, игра. Спасибо. Но я же говорю, тут оно от мастерства не особо что зависит. Тут зависит от того, что тебе вовремя дадут или что тебе вовремя не дадут. Но вспомнили, и то хорошо. Все, ребятушки, будем потихонечку заканчивать. Я считаю, что так просто проветриться, зайти в делик, это прям самое то было. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.